У нас в гостях Билета Сесай, это представитель Эфиопии по экспортным вопросам. Билета, скажите, с какими задачами вы прибыли на данную выставку World Food? Мы участвуем в World Food впервые. Мы представили наши продукции, в том числе кофе, прекрасные кофе эфиопские. И мы производим полностью арабика кофе. И причем наша продукция кофе полностью, можно сказать, это лесной и натуральный. И там мы не используем никаких химикатов, удобрений и так далее. И вкус совсем другой. Конечно, эфиопский. Мы гордимся этим. Это подарок Эфиопии всему миру. Это Эфиопия является как раз родиной кофе. И мы представляем сейчас несколько компаний, которые самые крупные компании Эфиопии, которые выращивают кофе и экспортируют. Поэтому мы предлагаем россиянам, чтобы они попробовали именно эфиопский кофе, как оно есть. И еще второе направление – это бобовые культуры. Мы экспортируем красный фасоль, белую фасоль мы экспортируем в Россию тоже. В основном мы поставляем в Россию крупными партиями. И кроме этого, мы хотели бы расширять экспорт специй Эфиопии. И причем это из натуральных и без химикатов, без удобрений мы экспортируем. Поэтому мы предлагаем россиянам попробовать эфиопские товары. Билета, скажите, как вам организация выставки World Food 2019? Что запомнилось? И, может, даже какие-то договора вам удалось уже подписать? Мы с несколькими компаниями, то есть наши представители подписывали какие-то предварительные, какие-то меморандумы и так далее на поставку наших продуктов. И кроме этого, российские компании, которые производят разные товары, тоже идут к соглашению по поставке российской продукции. Поэтому взаимообмен получилось на ура. Билета, спасибо вам огромное.